выяснил причину, по которой на Opel Corsa D плох двигатель на малых оборотах. И это неисправность катушки зажигания. Когда ее вытаскивали в один из заменов свечей, да, тут ее неравномерно вытаскивали с небольшим наклоном, видимо, вот отломилась и осталась вот в этом наконечнике вот такая вот пластиковая штучка. Давайте посмотрим, как это близко выглядит. Сейчас, надеюсь, он увеличит. Вот, видите, она здесь отвалилась. Вот, вот ее здесь нет. А в других местах она есть. Вот, из-за этого может быть плохое искрообразование. В том числе. В общем, я промыл вот эти наконечники, просушил. И сейчас буду назад ставить, посмотрим, что получается. Это еще проблемная свеча тем, что в нее может масло попадать. Вот, спасибо за внимание.